Дай удочку. Это и весло. Это, старик, весло правильно поставь, а. Все. 5 минут ровно. Там надо поближе, сука. Ага. Все. Ровно 10 минут у тебя хариус, ебаный в рот. Смотри. И какой еще хариус, епта. Ай, держи. Ух ты, блядь, я тебе скажу, кабан, братан. Или он зацепился сначала, или кабан на туре. Нет, по-моему, кабан на туре. Но... такой полукабанчик. На нее. Первый раз на Кендрик. Надо глубину побольше ставить. На выходе нахуй, на ямку покрупнее берет. Опять на эту же, прикинь. Опять на эту же. Тихо, тихо. А? Ну от нижнего сантиметров 30-40. Да ты чё ты, блядь, в одно место закидываешь и всё, блядь. Наоборот, поменьше, что ли, глубину сделать, блядь.
Но. Что-то, блядь, странно. Или он весь перед перекатом, что-то ничего понять не могу. Что и здесь-то не клюет. А, не, есть. Все на одну херач. Юра тащит таймени. Что-то меленький, да? Я говорю, у меня там все крупниковые были. Бля, да ты что, просто поклевочкой. Задолбал, чего он не садится на? Ну, мелочевка-то долбит. Не, ну два раза сейчас у меня крупняк. Ты-ды-ду-дун. Ты-ды-ду-дун. Ну все, надо ехать, значит, все. Мы здесь самых активных мы здесь выловили.